За выдающийся вклад в развитие региона Александр Ткачев вручил правоохранителям медали и награды. Особую благодарность губернатор выразил всем, кто обеспечивал безопасность во время зимних Олимпийских игр в Сочи, а также на соревнованиях первой в России Формулы-1. Благодаря им эти важные для края события прошли на высочайшем уровне, отметил Ткачев. Но самое главное – это повседневная работа полицейских. Сегодня на Кубани значительно сократилось число правонарушений, в том числе почти на 11% снизилась детская преступность. Стабильность для нас превыше всего, и мы должны не потерять ее. Будет край спокойно, будет так же, как успешно, естественно, на полях наших крестьян, промышленность будет работать, и, конечно, инвесторы к нам придут, безусловно, и туристы к нам приедут. Кубанская полиция, она тоже нуждается в поддержке, и материальной, и финансовой, и мы должны повышать и зарплату, и создавать условия для того, чтобы полицию ушли. А мы всегда говорили с вами, полиция – это мы, это наши дети. Рано или поздно, или сегодня, или завтра придут в этот орган власти, и как мы воспитаем своих детей, такая будет и полиция. Это отражение общества. У вас очень нелегкий, тяжелый, но достаточно благородный труд и ваша служба. Именно вы первыми приходите на помощь жителям нашего края, попавшим в беду. Спасибо вам огромнейшее, товарищи офицеры, за вашу помощь, за вашу науку, за ваше сотрудничество. Мы всегда рады помочь вам.